Смотровая площадка Центра семьи «Казан» откроется для посещения 29 апреля. Жители и гости столицы Татарстана могут подняться на высоту 32 метра и насладиться панорамными видами города. Студентка КФУ заняла 3-е место на конференции «Ломоносов». Магистрантка Института физики Василия Усманова одержала победу, представив свой доклад в рамках нового междисциплинарного направления «Эконофизика». В Татарстане начнут лечить по законам шариата. Из пищепрома в медицину скоро шагнет стандарт халяль в Татарстане. Первыми соблюдать каноны ислама при оказании услуг пациентам-мусульманам начнут работники коммерческих медучреждений и отделений платных услуг в государственных клиниках. Глава Олимпийского комитета России побывал в Павловской академии спорта. Визит Александра Жукова состоялся перед началом президентского совета по развитию физкультуры и спорта, прошедшего в Казани. В Нижнекамске состоялось открытие памятника героям и жертвам радиационных катастроф. В церемонии открытия памятника участвовал глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Памятник высотой 2 метра установлен на круглом постаменте в виде знака радиационной опасности. КФУ и МГУ приступают к совместной работе в области медицинской химии. Среди направлений сотрудничества – разработка соответствующих образовательных программ для студентов и магистров, а также участие КФУ в экспертизе и обсуждении образовательных программ, разрабатываемых МГУ в данной области в рамках госконтракта. Всемирную онлайн-контрольную по татарскому языку, разработанную совместно с Институтом филологии и межкультурной коммуникации имени Толстого КФУ, написали более 7 тысяч человек. Тест был посвящен 130-летию Тукая.